Какие эмоции вы испытываете при слове «стоматолог»? Многие назовут страх, боль, слезы. Многие, но не пациенты клиники «Зубные феи». Ее волшебники и маги творят чудеса в Березниках. Врачи, главное, хорошие, отзывчивые, всегда приветствуют нас и, как говорится, делают все добросовестно. Вот самое главное. Светлана познакомилась с зубными феями еще 7-летней девчонкой. В царство стоматологии ее привела мама Ольга. Ей включали мультики, как бы она чувствовала себя очень хорошо. То есть для детей тут все созданы все условия, самое главное. То есть и не больно, если надо, сделают анестезию. Если не надо, то есть и без нее обходимся. Дочь выросла, но верить фей не перестала. Так же, как сотни взрослых и малышей, которые доверяют своей улыбке зубным феям. Если это ребенок первый раз вообще к нам попадает, то есть ни разу не лечили зубы, мы ее в основном подготавливаем к лечению. Ему все рассказываем, показываем, что у нас есть, что это ничего совсем не страшно. Ну, просто пока что мы будем призгать лекарства, там промываем, помоем зубы, потом нарисуем ему что-нибудь красивое, что он захочет. И он уходит довольный, если же раз уже подготовлен к этому. В кабинете доктора Абдельрахмана Аббаса творятся настоящие чудеса. Здесь лечат зубы без анестезии и бормашины. В ход идет порошок. Вместо волшебной палочки – специальный аппарат «Сандман». Порошок нужной абразивности засыпается в специальную емкость и поддается под давлением. Частицы воздействуют на ткани зуба и вычищают пораженные кариесом участки, при этом не травмируя здоровые. Еще одно преимущество метода лечения зубов без сверления – это отсутствие необходимости обрабатывать зуб кислотой перед установкой световой пломбы. В царстве стоматологии на Карла Маркса 60, что не кабинет, то мастерская чародея. Здесь доктор Адьян создает доспехи для зубов, которые потеряли свои корни. Я всем рекомендую, чтобы это нужно делать коронку не для того, чтобы как бы что-то сделать, да, а чтобы этот зуб максимально дольше прослужил. Потому что когда отсутствует нерв, не отсутствует питание, это как сухое дерево получается. У дерева убрали корни, от которого он получал питание, он начинает иссыхать и начинает крошиться. И под давлением пломбы он начинает еще стенки ломаться, после чего возможно удаление зуба. Срок службы коронок должно быть пожизненная, то есть грамотно правильно сделана коронка обеспечивает жизнеспособность зуба, наверное, на многие-многие года. Если вы лишились большей части зубов в битве с кариесом или другом бою, то вам просто необходимо протезирование. И дело здесь не только в эстетике. Это вопрос здоровья. Когда нету вообще зубов, нижняя челюсть запрокидывается, уменьшается нижняя треть лица, сустав, который у нас здесь находится, она давит на барабанную перепонку, из которого возможно воспаление тройничного нерва, либо потеря слуха. Незаметно для пациента. Уже много лет взрослые и маленькие березняковцы приходят в царство стоматологии к зубным феям. Здесь наблюдаются семьями. Обращаются не только, когда станет невыносимо больно, но и для профилактики. Чуткий персонал всегда напомнит, что пора сделать осмотр. Теперь и вы тоже знаете, где водятся волшебники.